Друзья, с вами я, Альбеков 77К, и сегодня я буду вам показывать свои стены. Помните мое прошлое видео, которое я, кажется, выпускал 2 или 3 дня назад? Ну, так это его продолжение. Вот, я создал новые стены. Так, но сначала бы надо было бы показать старые. Но вы можете зайти на мой канал и посмотреть там мое прошлое видео про мои стены. Ну и про подписочку и лайк не забудьте там. Колокольчик можете еще нажать. Ну ладно, начнем. Так, первый новый скин — это Космо. Космо, ну типа читинг из космоса. Ладно. Дед. Ну, типичный дед какого-то села такой. В кепочке или в шапочке, с очками, с усами или бородой, это усы, наверное. Потом, конечно же, в каком-то бархатном костюме. Потом у него, наверное, есть какие-то бархатные тяги. Ну, видно то, что у этого деда прям бархатные тяги. Так, ладно. Агент Ви. Ну, просто, типа, Джеки Чан. Ну, просто один какой-то закамский кролик. Ну, этого кролика вы все, наверное, знаете. Он из мем. Он из того мема, который показан на том телевизоре. Киборг Ангел. Ну, просто я захотел какой-нибудь новый скин сделать с этим роботом. Ну вот, добавил к нему крылья и вот такую шляпу. И ко-ко-ко, ой, то есть. Так он же в прошлой части был. Так что, с вами был я, Алибеков 77К. Но, я еще покажу, как они будут выглядеть на карте. Вот. Ну, как для меня этот скин, ну, подойдет как на 10 баллов. То есть не на 10, на 7 или 8 пойдет. Так, а сейчас я буду оценивать свои скины. Так, ну, от первого до последнего. Алибеков 70К. Ну, 8 или 6. Не, ну правда, я над своим скином так особо не заморачивался. Ну, просто накидал там очки, шляпа, хвост. Так, дальше. Дэр.либеков70к. Ну, это новый. Самый новый. Ну, тоже на 9 или 8 пойдет. Даже 9 с минусом, наверное. Чуть-чуть. Добрый 10к. Ну, в нем нет ничего такого особенного. Но вот эта шляпа, она придает ему вкус. Ну, то есть, мне шляпа это очень нравится. Так что, из-за шляпы я даю своему скину, ну, добрый 10к. Ну, старого 10. 8 или 7 баллов. Да. Вообще бы, если бы на нем не было шляпы, ну, вот этой, а какая-то другая, я бы ему поставил, возможно, 7 или 6. 7 с минусом или 6 с минусом. Так, ладно. Робот. Ну, здесь ничего не могу сказать. 10 баллов, как для меня. Шериф. Ну, то, что такой костюм. Шляпа, которая мне нравится. Я этому скину бы дал 8 или 9 баллов. Чоловекс. Ну, это уже смотря по нашему разработчику. Да, сейчас он хороший. А старый. Только вспомните, насколько он мало выпускал обновления. Просто вспомните. Ну да. Чоловекс забирает свои 7 баллов. Так, дальше. Черный агент. 6 баллов иди
6 баллов, короче, или 7 забирай и иди лесом. Военный. Ну, хороший такой скин, как для меня. Не, ну правда, он какой-то заморотливый такой. На нем много что, так что из-за этого я ему дам, наверное, ну, 7-6 баллов. Да, гений. Там же делал эти стены самые, так делают. Полицейский. Ну, на нем особо такого ничего нету. Так что я бы ему дал. Ну... пять баллов. Да, 5 баллов. Так бы он получил 4, но вот эта фуражка. Она такая красивая. Космо. Ну, тоже 10 баллов такой красивый. А как вы оцениваете скин Космо? Так, дальше. Дед. 9 баллов. Агент Ви. Ну, такой красивый петух такой. И ты получаешь оценку 8 баллов. Ой, заказчик кролик. Ну, мне нравится этот телевизор заказчика класса. Ну, сам мем. Так что ты забираешь 8 баллов. Киборг Ангел. Какую же оценку ему дать? Дайте мне подумать. 7 баллов. Из-за слена робота. Да. И последний Кохо. Ну, нормальный. Забираешь 9 баллов. Ну что ж. Это было мое новое видео. То есть продолжение старого. Так что с вами был я, Алибеков Тимитика. Не забывайте подписываться, ставить лайки и нажимать на колокольчик. А с вами был я, Алибеков Тимитика. Всем пока!